Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Козерог. Мы посмотрим все сферы жизни, работа, бизнес, карьера, финансы, отношения. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней и чем закончится ваш месяц. Также получим совет от оракула Королевы Луны. Козероги. Период с 15 по 31 августа. Что у вас будет происходить? Еще мы получим совет или предупреждение от Таро. Козероги, вторая половина августа. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. Да, на дне колоды семерка мечей. Смотрите, здесь у вас для тех, кто в поиске работы, восьмерка, но для того, чтобы вы вышли вот из этого состояния ограничений, тут вам нужно по магу действовать как-то нестандартно. Если вы долго ищете работу и нет никаких предложений, здесь карты советуют воспользоваться какими-то окольными путями. Семерка мечей – это карта стратегии, продумывания. Потому что в совет по магу карта вам говорит, начинайте уже действовать. Если вы хотели начать что-то свое, может быть, по деньгам 12, двойка мечей, сомнения, начинать, не начинать, получится, не получится. Тут карты говорят, слушайте свою интуицию и подсознание. Что вам подсказывает ваш внутренний голос? Составьте план поэтапно, как вы хотите воплотить в жизнь то, что, может быть, вы давно задумали. Взвесьте свои возможности. Может быть, еще обратитесь к кому-то за помощью. Но также семерка может предупреждать, вот маг, вы можете столкнуться с какими-то нечестными действиями в вашу сторону, манипуляциями. Это может быть на работе, потому что здесь рыцарь мечей, это может быть и начало какого-то проекта, бизнеса, или может быть неожиданная поездка в командировку, по делам. Но также вы можете столкнуться с какой-то вот нечестной игрой против вас. Может быть, кто-то будет какие-то козни вам строить или интриги. Или если вы на себя работаете, это может быть какие-то проверки государственные. Ну, или конкуренты. Также, если вы будете заключать какие-то контракты, договора, здесь вот и по рыцарю мечей, может быть, с кем-то проконсультироваться, с адвокатом, если вы что-то подписываете. Все-таки семерка не очень приятная карта. Она может говорить об обмане. Поэтому здесь, конечно, будьте аккуратнее. Ну, мы сейчас еще расшифруем. Давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман, Козероги. Сюрприз, неожиданность, вторая половина августа. Сюрприз или неожиданность. Так, тут колода новая еще. Вот маска, да. Кто-то будет скрывать свои истинные намерения. Поэтому будьте аккуратнее. Очень удобно пока доставать. Прошу прощения. Да. Сейчас еще уточним. Давайте начнем сначала. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Ну, вы здесь что-то ждете. Вот тройка жезлов говорит, что человек уже
продумал план, стратегию. Ну вот он еще стоит и о чем-то размышляет или что-то ждет. То есть вот здесь мы отправляем корабли с товаром и ждем поступления финансов. Также тройка может говорить о расширении. Это может быть расширение бизнеса, может быть продвижение по карьерной лестнице, может быть вы ждете какого-то назначения. Вот я говорю, здесь аисты, это ведь тоже перемены. Это может быть переезд. Это может быть перемены в работе, в отношениях, в бизнесе, но легла маска и семерка мечей. Поэтому здесь то ли на работе, и все это может привести к конфликтам, к сплетням. Все вот связано с аистами. Или же карта говорит, что помедли, вам нужно будет освободиться от чего-то лишнего. Это могут быть какие-то люди. У кого-то здесь может поменяться роль. Ну, например, для тех, кто был в отношениях, здесь может быть предложение руки и сердца. То есть вы становитесь невестой, а для кого-то может быть женой. Но пока здесь двойка кубков. Также здесь может быть какой-то договор. Но опять вот маска ложится. Может быть, кто-то здесь хочет переехать, не знаю, купить участок земли, построить дом или подобрать квартиру побольше. Ну, давайте мы троечку уточним. Также это может быть какая-то поездка, которую вы ожидаете. Король мечей. Здесь могут быть какие-то правовые, судебные дела. Вот здесь рыцарь и король. Кто-то, может быть, я говорю, ждет назначения на новую должность. Тут совет, предупреждение. Если у вас появляется какая-то перспектива на работе, или, может быть, в бизнесе вы из рыцаря в короля, может быть, подвернется какой-то выгодный заказ, контракт. Здесь помогу, вам нужно проявить все свои таланты, находчивость, красноречие. Помогу, вы можете убедить кого угодно и договориться с кем угодно. Тут самое главное, просто нужно действовать. Но, может быть, карта говорит, что для того, чтобы получить, например, какое-то место или контракт, может быть, вот надо действовать по семерке. Не знаю, может быть, взятку кому-то дать или какой-то откат. Потому что семерка все-таки это что-то, если король это официально, то семерка это неофициально. Что у нас здесь тоже? Туз кубков. Это может быть еще касаться для тех, кто в отношениях или в браке, может быть здесь с беременностью связано. Да, может быть как-то нетрадиционное зачатие, ну ЭКО, может быть для кого-то суррогатное материнство. Хорошо, если вы здесь хотите что-то расширить, не знаю, точки бизнеса или недвижимость, тут как бы карта говорит, все, что будете подписывать, проверяйте, ну, хотя бы у юриста, чтобы не было никакого по семерке подвоха, а то, может быть, кто-то захочет вас обмануть. Для тех, кто в отношениях или в браке, ложится двойка кубков, ну, если вы были в ссоре, вы помиритесь. Также здесь могут быть какие-то договора. Это может быть договор купли-продажи, аренды, найма. Вот все, что связано с аистами. Аист – это переезд. У кого-то, может быть, вопрос решается с беременностью. Может быть, вы вместе работали над этим вопросом. Помогу, карта говорит, для того, чтобы беременность наступила, то есть вот маска, да, вы поменяли роль, то вам нужно искать хорошего специалиста. Потому что маг – это профессионал. Ну, а также может карта показывать, что у вас в отношениях, в браке есть взаимопонимание, поддержка. То есть вы можете друг на друга положиться. У вас есть абсолютное доверие, взаимопонимание. Ну, и как бы вы такая крепкая, сплоченная команда. Может быть, вместе в браке или в отношениях вы здесь решаете какой-то вопрос. Хорошо, для тех, кто в поиске любви. Ну, для мужчин, понятно, здесь королева кубков. Королева кубков – это представительница водной стихии. Это может быть рак, скорпион, рыбы. Ну или просто карта показывает влюбленную женщину. То есть мужчина может встретить, влюбиться в такую даму. Для женщин-козерогов карта показывает, что вы будете испытывать. Чувства, вас будут переполнять эмоции. Но все-таки я хочу эту карту уточнить, потому что это не ваша масть. Колесница. Тут две дамы.
Колесница королевы мечей. Тут, скорее всего, для женщин, если вы были разведены или вы вдова по королеве мечей, то колесница может говорить, что в вашей жизни наступают перемены. Для мужчин здесь может быть любовный треугольник. Здесь две дамы. Одна мягкая, чувственная, эмоциональная, вторая сдержанная, может быть, занимает какой-то пост, может быть, обладает полномочиями. Или здесь представительница водной стихии, а здесь представительница воздушной стихии. Маска – это когда человек скрывает свои истинные намерения. Так, сейчас я еще одну карту. Все-таки маска и семерка мечей может быть о какой-то лжи, обмане. И для женщин вообще здесь две совсем другие королевы. Ну, еще и пятерка мечей. Смотрите, для женщин вас показывают королевы кубков, то есть вы влюбитесь, но человек будет нечестен. Скорее всего, человек женат. То есть вы будете втянуты в любовный треугольник. Человек будет играть роль, то есть объясняться в любви. Он несет вам перемены, может быть, по метле карта говорит о хорошем сексе. Но это маг, это манипулятор. То есть он действует только в своих собственных интересах. А мужчины тут могут попасть тоже в... Тут как-то у вас две разные женщины. У мужчин здесь может быть, знаете что? Вы влюбитесь, познакомитесь, но вашу избранницу не примет ваша мама. Здесь начнутся конфликты. То есть вашей новой избраннице нужно будет постараться, чтобы угодить, может быть, вашей маме. Ну, тут или ваша мама, или будущая теща. Может быть, вы не понравитесь маме вашей избранницы. Может быть, семерка говорит, что вы будете скрывать эти отношения, чтобы не раздражать. Так, что-то тут очень сложно у нас. Тут вот известно, по этим картам, может быть, вот для мужчин вы познакомитесь с женщиной, а у нее есть ребенок. Может быть, из-за этого ваша родительница просто не примет эту даму. Да, ну, как-то так. Хорошо. Для тех, кто работает, у кого бизнес, рыцари мечей, но в первую очередь карта может показывать вашу целеустремленность, есть у вас какой-то план. Есть у вас, может быть, начало проекта, бизнеса. То есть вам нужно будет действовать очень активно, напористо. Это, знаете, вот как по тройке захватывать какие-то новые направления, сферы. Может быть, расширяться. Кому-то, может быть, придется неожиданно уехать. То есть вот, ну, скорее всего, это не совсем неожиданно. Тройка говорит, человек сидит, ждет. Вот король мечей, что это? Может быть, какого-то приглашения на работу? Или вам сказали, что вы поедете в командировку, но не определили сроки. Здесь выходит приказ, и вы отправляетесь в дорогу. Также это может быть неожиданный конфликт с кем-то. То есть, вот, знаете, вам предлагают место, но кто-то еще претендовал на него. То есть, тут будут сорваны маски, и будет с кем-то конфликт из-за этих перемен. Но карта говорит, у вас есть все шансы получить эту должность. Да, нужно будет постараться. Ну, давайте, вы столкнетесь, да, может быть, с какими-то интригами, наговорами. Кто-то будет не очень честно вести себя. Ну, туз кубков. Ваше желание исполнится. Давайте мы одну карту уточним на рыцаря мечей. Ну, я говорю, вы одержите победу. Самое главное, проявите целеустремленность. У вас есть меч. Все враги будут повержены. Ну, может быть, придется немножко повоевать. Ну, кто-то, дорога победителей, неожиданно получение документов. У нас тройка жезлов, говорит, человек сидит на чемоданах и ждет. Вы получаете по королю мечей разрешение, может быть, куда-то уезжать. Это может быть другой город, может быть, и другая страна. Король мечей, это может быть виза, приглашение на работу, работодатель. Да, и вы отправляетесь в дорогу. Ну, для тех, кто в
поиске работы, да, восьмерка мечей говорит об ограничениях. Тут или работа совсем ни о чем. Может быть, вы какой-то классный специалист, а вам предлагают работу, ну, которую выполнит человек вообще без образования. Или вообще нет вариантов предложения. Да, если вы что-то хотели начинать, но, может быть, ограничения с финансами, тут, может быть, надо с кем-то поговорить, может быть, заручиться чьей-то поддержкой финансовой или протекцией чьей-то. Маг говорит, что у вас получится или что-то начать, или получить чью-то поддержку. Тут самое главное, не бойтесь, не ограничивайте себя. Иногда эта карта говорит о самоограничениях. Идите смело, разговаривайте с людьми. У вас есть шанс добиться желаемого. Давайте вам совет посмотрим. Смерть, перемены идут. Ну, смерть еще может говорить, что или надо менять свою направленность, то есть искать в другом месте. В другом месте и искать другое направление. Может быть, менять сферу деятельности, ну или переезжать. Аисты могут говорить об эмиграции. Тут или метла может говорить, что оставляете все прошлое, наведите порядок в мыслях, в делах. И если вы планировали, то отправляйтесь в дорогу. Ну или вы захотите куда-то уехать, но может быть кто-то будет против. Это может быть кто-то из вашей семьи. Тут вот эти две двойки говорят, что может быть вы решите наконец-то куда-то отправиться, но будет очень много сомнений. Тут и мечи говорят по деньгам, может быть, нехватка. И сомнения, получится, не получится, смогу, не смогу. И в конце 15 дней, вот в конце августа, вы будете взвешивать свои возможности. Ну, двойка пентаклей, конечно, говорит, что, скорее всего, денег мало. Тогда у нас тут ложится маг. Идите, разговаривайте, заключайте какие-то договора, ищите спонсоров. Маг у нас еще это человек, который повышает свою квалификацию. Может быть, нужно еще подучиться, набраться знаний. Давайте мы еще смерть уточним. Ну вот опять какие-то планы. Вот семерка, мы летаем в облаках, у нас очень много желаний, у нас мечты, идеи, замыслы. Поэтому карта говорит, простройте план и воплощайте в жизнь то, о чем вы долго мечтали. Может быть, реально это что-то свое. Но так карта говорит, уже пора действовать, хватит летать в облаках. Давайте уточним двойку мечей. Это у нас финансы. Здесь сомнения, колебания. Если, например, понимаете, что восьмерка мечей говорит, ну, нету той работы, которую вы ищете, значит, или меняйте направление поиска, или уезжайте. Уезжайте на заработки. Это поехать с целью заработать. Но вот эти сомнения по двойке мечей, они вам мешают. Вы никак не можете решиться на это. Но вот карта говорит, если вы уедете, у вас будет стабильный заработок. Да, работать придется много, но и отдача будет, соответственно. Это может быть и для тех, кто хочет получить здесь должность. Может быть, вы тоже сомневаетесь, соглашаться, не соглашаться. Или если это какой-то ваш бизнес и какой-то контракт или заказ, то здесь карта говорит, вот сомневаться получится, не получится, карта говорит, получится. Потому что здесь повышение вашей стабильности на работе. Тут хорошая прибыль и работа, которую вы знаете. В конце этих 15 дней у вас ложится двойка пентаклей. Ну, это в первую очередь карта говорит о разумном распределении финансов, когда денег не очень много, но у вас получается вот соблюдать вот этот баланс. Также здесь может быть что-то связано с какими-то платежами. Может быть, вы будете взвешивать, что заплатить, что пока подождет. Выбор, взвесить ваши возможности и выбрать для вас наилучший вариант. Кто-то будет в конце августа очень хорошо проводить время. Может быть, кто-то в отпуск поедет. Давайте мы одну карту. Да, тут еще выбор покупки. Ох, туз пентаклей.
Так, шанс у вас какой-то предоставится. Или получить должность, или, знаете, еще по двойке пентаклей. Например, вы на себя работаете, у вас есть проект, заказ, на котором вы трудитесь. А вам поступает предложение заработать. И здесь вы взвешиваете свои возможности, потянете ли вы там два проекта, два заказа. Но по тузу пентаклей это очень хорошее будет предложение. Вы реально можете заработать. Или если кто-то собирается уехать, то вас там ждет финансовое благополучие. Также это взвешивать, выбирать варианты. Может быть, это кто-то здесь, вот как я сказала, для тех, кто в браке или в паре, это покупка недвижимости. Здесь вы будете выбирать, ну, подходящий для вас вариант. Да, цена-качество. Так, хорошо. Ну, совет предупреждения, я сказала, кто-то может столкнуться с манипуляциями. Не позволяйте на вас давить, как-то влиять. Вы должны сами принимать решения. Еще маг – это активный человек. Это у нас есть цель, и мы к ней идем. То есть карта говорит, наметьте свой путь, свою цель и четко следуйте поставленной задаче. Вселенная предоставит вам возможность реализовать то, что вы захотите. Договориться с кем-то, разрулить какие-то ситуации. Самое главное, просто не бойтесь. Хорошо, давайте еще получим для вас совет от оракула Королевы Луны для Козерогов, вторая половина августа. Посмотрим, что нам этот оракул посоветует. Так, Козероги. Purity – это чистота. Тут самая главная карта говорит, поймите, вот что вы будете эти 15 дней делать. Ищите самое простое и ясное для вас решение. Также в общении с кем-то из людей внесите ясность. Вот так у нас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.